Привет-привет всем, кто любит игру «Маленькие кошмары». Сегодня у нас в программе «Дин из кошмаров». Он находится в большом мешке, то есть этот кошмар не такой уж маленький. Но откуда взялся этот мешок? И что? А вернее, кто там? А там не звери какие-то, а люди. И это ужасный факт. Это явно не ловушка охотника, не похоже даже на ловушку. Это зашитый мешок. И если это сделал охотник, то зачем? А это мог сделать и он. Мы же видели тела в мешках в его хижине. Много-много вопросов. Но к вам вопрос такой. Рассмотрите внимательно и посчитайте, сколько тел находится в этом мешке. Надеюсь, вы умеете хорошо считать. Удачи вам! Спокойной ночи, без кошмаров. Пока!